Я из Германии, зовут меня Штриц Алла. Сначала я очень долго искала пластического хирурга. В конце концов, выбрала, из трех выбрала Карапетяна Георгия Эдуардовича, чему очень-очень рада. И, ну не знаю, наверное, по моему лицу видно, что я счастлива, довольна, так сказать, и еще раз обязательно к нему приеду, но уже по другой проблеме. Я обратилась к нему, потому что хочется каждой женщине, хочется выглядеть хорошо, естественно, мне, потому что я как руководитель нескольких фирм, хочется выглядеть и перед клиентами тоже, и перед своим даже персоналом очень красиво, хорошо. И мне сделали круговую подтяжку лица, смаз и блефаропластику. Вчера мне сделали операцию, сегодня я проснулась, не болею, ничего нету, я спала очень хорошо. Кормят, кстати, здесь тоже очень хорошо. И я чувствую себя отлично. Сейчас поеду домой. В общем, на следующий день я уже еду домой. Я боялась, очень боялась. Я даже, честно признаюсь, что были даже такие желания, может, все оставить как есть и вернуться домой. Но я переступила, как только я увидела доктора Карапетяна, вы знаете, это вообще, его можно слушать бесконечно. Под его голос все страхи вообще пропали. Вот, ну, прямо вот прекрасный доктор. Все объяснил, все рассказал. Вот он действительно, вы знаете, он уделяет пациенту много времени, что сейчас вот в наше время это очень-очень редко. Когда я первый раз, конечно, я себя увидела, после нескольких часов в зеркало, да, лицо, конечно, думала, ну да, посмотрим. Но уже к вечеру я уже поняла, что все становится лучше и лучше. Сегодня тоже очень, я сама себе нравлюсь. Вот честно скажу, ладно, вот, конечно, сейчас немножко все распухшее, все еще будет тоже это лицо, так сказать, увеличиваться, не знаю, как сказать. Но уже сказали, что на 4-5 день будут отеки спадать. Так что результат, я думаю, будет отличный. Мне уже сейчас нравится. О Георгии Эдуардовиче я узнала, честно скажу, я очень много вот в интернете смотрела, да, ну как все сейчас у нас через интернет. Вот потом мне сказала одна подруга, но она не пошла к доктору Карапетяну, она прооперировалась в августе в другом, и неудачно, так сказать. Я решила пойти к нему. И вот вчера я с ней тоже созванивалась, она чуть не плачет, говорит, какая ты красивая. О клинике расскажу. Вы знаете, сначала, во-первых, я прошла здесь все исследования, вот, потому что удобно, все в одном месте. Клиника шикарная, отношения, персонал вообще отличный. Все улыбаются, все рассказывают. Вы знаете, у меня вот нету слов выразить, правда, вот благодарность всем, в общем, всему персоналу. Я бы советовала только Карапетяна Георгия Эдуардовича. Вот честно скажу, только его. Лучше советую, правда, всем идти. Я вчера всем своим подругам, я не скрывала, что я сделала себе пластику. Вот, и всем подругам я вчера написала, и, в общем, 128 сообщений отправила и получила. Так что я счастлива.